Стенд состоит из четырех тематических частей. Это современное массовое строительство, эстетика повседневного. Вот та часть, в которой мы стоим, это Москва культурная, и третья часть — это конкурс метро. Это, в общем, было конкурсным заданием, разделение на четыре зоны. И мы решили эти зоны, как нам казалось, наиболее подходящими под темы архетипами. Ну, о чем счет, это скульптура такая, 50-метровая глыба, как будто из камня, и поделенная на четыре совершенно разных характера. И каждый из этих характеров, он, в общем-то, отражает смысловую нагрузку, каждый из этих архетипов. Весь в целом стенд мы видели как барельеф. То есть это именно такая открытая, в трех частях и в одной части закрытая пластическая композиция, на которую нанесена уже вот эта информационная часть, которую делала сама Московская архитектура. И нам, конечно, для нас задачей являлось сделать все это, в общем, такой некий арт-объект. То есть чтобы сам стенд, даже независимо от того информационного наполнения, обладал какой-то самоценной эстетикой. Да, это такая самодостаточная, скульптурная, то есть очень пластичная, и в то же время игровая какая-то структура, игрового характера, развивающая под собой даже какие-то совершенно разные ощущения пространства. Например, когда входишь в узкую часть, и расширяется пространство, с которым мы с вами находимся. Проходя дальше, мы попадаем в зону, посвященная конкурсу на метрополитен. Есть некая аллюзия с туннелем метро. Это выглядит даже, можно сказать, как некая волна, закручивающаяся тобой. Непосредственно здесь мы хотели создать камерное музейное пространство. Первая часть из себя, которая посвящена массовому жилью, представляет из себя омаж на модернизм и брутализм. Там такие три крупные формы, которые легко себе представить в бетоне. Ну и вторая часть — это такой вариант канилюр, в которых располагается такая довольно легкая, интересная тема эстетики повседневного. Собственно говоря, мы действительно хотели из этого сделать какой-то такой эстетический аттракцион, если